пить. Вот это снежное вино. Слышали про снежное? Слышали, да. Ice wine, такайские вина. Так, снежное вино — это технология. Это не просто имени вино, это технология, которая изготовляется везде в мир, где падает снег, виноделы делают снежное вино. Здесь виноград оставляется на винной ветке до первого мороза. Когда снег падает, собирается вот этот виноград, но очень тяжело просто его заберегить на ветках, потому что, знаете, есть ветер, есть птички, падает на земля, птички кушают и портится большая часть из этого виноград. А когда он высушивается, уменьшает количество, если ты его с половиной потеряешь, у тебя вообще никакой урожай не будет. Поэтому вот это вино изготовляется по специальной температурной режим. Здесь нужно, что виноград заберегился на ветках до середины декабря, когда у нас падает мороз, и что для одна ночь температура упала из примерно плюс 3 до минус 7. В 2007 год, когда сделано вот это вино, которое сейчас мы будем пить, упала температура до минус 17. Это очень хорошо, потому что замерзает очень быстро виноград. Когда сразу замерзнет, вот этот изюм, он уже получает в 3 раза больше фруктозы. Это означает, что вино у тебя получится супер сладенькое. И получилось вино, которое потеряло цвет. Здесь сделано из каберне савиньона. Но цвет нету, потому что шкурка, когда замерзла, она не отпускает столько много цвет, как примерно у свеженький виноград. Поэтому вино имеет такой розовый бархатный цвет. И вкус шиповника.